Топливо его достал. Не убивайте голый! Голый, голый, голый! Давайте заставим, не убивайте его, давайте заставим его чем-нибудь делать. Чем мы здесь заставим его? Давай это, отжимайся. Мы тебе воды дадим. Да, молодец, давай, раз, два, три, молодец, четыре, да ты спортсмен, пять, давай, 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 шесть. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Домастер. И сегодня мы вместе с вами, дорогие друзья, поиграем на Хантеркрафте. В общем-то, я собрал супер команду. В прошлый раз, как помните, меня просто уничтожили. Уничтожили какие-то гады, поэтому я понял, без своей супер команды, которую я сегодня собрал, мне не затащить других человек. Кстати, надо бензин положить в машину. Да, в машину, то у нас бензин кончился. Отлично, едем, пацаны. Вот, в общем-то, кто в моей команде? Это, значит, Битошка. Привет. Всем привет. Клэшрейк. Всем привет. И клоун. Всем привет. Черный клоун, да. В общем, да, играем на Хантеркрафте. В этот раз нас четверо. Теперь меня так просто не положат эти негодяи. Так, мы уже близко подъезжаем к какому-то городу. К Черногорску, кажется. Мы сегодня постараемся в нескольких городах побывать, поэтому сейчас я быстро достану бензин из бачка, чтобы, ну, весь его слить. Чтобы припарковать где-нибудь машину без паля, потому что мы на ней еще нужно обратно будет на ней уезжать нам. Да, где-нибудь мы еще тут без паля припаркуем. Все, ребят, мы вытащили чуваков из препятствий. Так, погнали. План убить всех. Убить всех и найти хороший лут. Ну, у нас так топовый лут, поэтому мы просто будем бегать всех убивать. Так, ходим аккуратно, чтобы не привлекать внимание зомби. Просто пешком, не бегаем. Вот, у нас есть карта, на которой мы можем видеть других игроков, они там желтыми иконками обозначены, зеленым это наши. В общем-то, ребятки, дошли мы до середины Черногорска уже, так, зомби надо убить топором. Все, отлично, там готово. Спереди. Там спереди есть какой-то челик, и, кстати, мы встретили Донха, прикиньте, Донха встретили, позвали его с нами в TeamSpeak. Но он будет молчать сегодня, потому что он, какие-то, спереди челик, но он пошел дальше. Да, пока что, он в броне, погнали туда, за дом тоже. Наверху, на крыше он. Будет? Его убил? Нет. Он еще живой. Как там? А, на крыше вот подъем. Убили его? Да, по-моему, он слит, он выбросился. Он выбросился, но мог выжить. Слева, 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 где он там прячется? Зачем он спрячется? За стенкой? За стенкой, да. Так, сделаем так, ребята. Короче, вы не даете ему выйти, а обстреливаем его потихонечку, но не слишком много патронов тратьте. У нас с вами не так много патронов. Я пойду его рошану. Угу. Лисичник, лисичник! Пацаны, нужна помощь! Убил его, убил, 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 хорошо, убил его, ух. А выгоните нам в дом челик. Этот... Еще сзади кто-то подходит. Еще сзади кто-то подходит. Выгоните ко мне челик, да. Залез туда, я его с трудом убил. На самом деле не так уж и с трудом, вообще на изичах раскатал его. Вы меня видите с крыши? А, там с крыши, с крыши отеля стреляют. С крыши отеля? Да-да-да. Здание, которое повышено. Вижу. Постреляйте по нему, постреляйте. Я пока пойду зарашу тех челиков. Которые здесь за стеной где-то сидят. Я иду его искать. А вот вижу его, вижу. Положил, положил кого-то. Хорошо. Там был какая-то кепка, он был прям совсем слабый. Так, на отеле вы чайника положили или нет? Нет, нет, он еще жив. Нет, он жив. Прячется. Он еще жив и прячется. Окей, бегу в отель. Бежать. Не вижу его пока здесь. Я поднялся, поднялся на отель. Не вижу его тут. Походу он ливнул. Вижу еще одного парня, где-то спереди должен быть. Вернее, я его не вижу, но он где-то спереди должен быть. Вижу какой-то труп. Видимо, один игрок убил кого-то здесь другого игрока. Вижу игрока. Начинаю стрельбу. Убил. Сзади. Сзади еще один? Нет, ну и сзади. Окей, 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 прикрывайте, прикрывайте, убил его. Здесь еще один игрок где-то близко. Это просто точка. За стеной, походу. Сейчас я поднимусь на стену. Ох, ребят, нужна моя помощь, мне перезарядка. Капец, он косой. Все, положили. Уважай, просто прыгал и мансил от того, как он стреляет. Кто стреляет? Донх. Ты зачем пострелял по Донху, клоун? Я по зомби стрелял. Зачем ты по нему стрелял? Не трать патроны на зомби, их топором нужно убивать. Так, в той стороне вижу еще пару человек. В нашу сторону движутся. Погнали сюда, погнали сюда. Там вот там буквально 3 или 4 человека, или 2. Это какая-то клан встреча. Погнали на корабль. Осаждаем корабль, ребята. Ой, правда. Ого! Они в зеленой какой-то броне. Они там на печати стоят. Видимо, обмен какой-то идет. Но я не хочу здесь плыть. Опасно здесь так, наверное, плыть. Мне кажется, один стоит на печати. О, чувак плывет, чувак плывет. Один на крыше, убейте чувака на крыше. И чувака, который плывет. Убили? Да.
Так, ну что ж, ребят, я так понимаю, в этом городе нам нечего ловить, мы здесь всех убили, я предлагаю поехать в другой город, потому что в этом городе просто какой-то голяк. Давайте сейчас заберем нашу машину и поедем в другой город. Ну, как видите, мы достали нашу тачку, едем сейчас в другой город. Так, у нас, кажется, бензин закончился, правда, но это мы сейчас исправим, это я знаю, как исправлять, канистру надо запихнуть. О, как мы с места прям стартанули, прям как будто у нас спорткарт, ну жаль, что не так. В общем, короче, ребята, пока мы едем, я, кстати, знаю, как скоротать время до точки прибытия. Я хочу вам рассказать про одну очень офигенную игру, Crossout. Короче, вы слышали когда-нибудь про эту игру? Нет. А что игра? Да, короче, это офигенная игра про постапокалиптический мир, я сейчас вам все объясню. Утомился копать шахты и месить врагов на Скайварсе? Качай Crossout, брутальный онлайн-экшен, где жалкие остатки человечества на обвешанных оружием тачках добивают друг друга в постапокалиптическом мире. Собери свой эпический драндулет и примкни к одной из шести фракций. Да-да, в Crossout ты можешь сам собрать себе корыто из сотен доступных деталей, не ограничивая фантазию и нагибая всех на самых безумных махинах. В своем распоряжении пулеметы, ракетницы, летающие дроны, плазменные пушки, бензопилы и прочие орудия, пригодные для превращения техники противника в металлолом. Детальная модель повреждения позволяет отстрелить врагу колеса и оставить его унизительно подыхать под пламящим солнцем. Жесткие мультиплеерные зарубы, миссии с огромными боссами-левиафанами и рейды за ресурсами для команд. Будет быстро и угарно. Crossout есть на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Качай игру совершенно бесплатно по ссылке в описании. Ну что, ребят, мы уже подъезжаем к нашему городу. Надеюсь, вам понравилась инфа про игру Crossout. Что думаете по этой игре? Вообще офигительная игра. Ссылка в описании. Так, все, ребят, выходим из машины, тачку бросим здесь. Сейчас только топливо из нее все достану. Топливо достал. Не убивайте голый! Голый! Давайте заставим, не убивайте его, давайте заставим его чем-нибудь делать. Чем-нибудь делать заставим его. У меня только пакет крови. Парень, слушай сюда, парень. Где он? Не убивайте. Не, подойди сюда, мы тебя не будем убивать. Подойди сюда. Привет, парень, привет. Давай это, отжимайся. Мы тебе воды, да, молодец, давай, раз, два, три, молодец, четыре, да ты спортсмен, пять, давай, шесть, семь, восемь, красавчик. Значит, сейчас, стой, воды тебе дам, вот он, наверное, вспотел. А ты что, не мастер? Нет, я фейк. Вы что, попей воды, нормально, или ты не хочешь пить? Красавчик, братан, красавчик. Ну-ка, теперь приседать. Пожалуйста. Да, давай скрин. Только здесь F5 нельзя, но ты можешь сделать так скрин. Вот посмотрите, подписчик. Спасибо, я твой подписчик. Да не за что, братан, удачи на том свете. Не, ну погоди, он же хотел скрин. Я чек простой сделать скрин дал. Удачи на том свете. А что бы, слышь, Black Clown, ты нас в какую-то деревню привел? Я хотел... В смысле я? А мы вообще, мы в нормальном городе или это какая-то деревня? По-моему, это деревня, здесь больше ничего нет. У нас у Санина это бутовка. А? В смысле? Нормальный город. Бутовка, где люди? Мы думали, здесь будет супер сквад людей, которые нас увидят. О, здесь можно подняться наверх. Ладно, окей. Блин, это офигенно. Просто заставили челика отжиматься за воду. Ну вот, тут еще какой-то челик, кажется, есть на карте. Вижу, да. Я тоже вижу человека. Давай. Но новый человек, новая жизнь, новая жертва. Нормально. Приседать. Да, если он начнет потом стрелять, то мы его убьем. Типа, приседать. Так мы этого заставляли только что приседать. Ты где там клэш? Стойте, я подхожу к машине. Почему-то она не едет. О, отлично, поехала. Запрыгивай. Запрыгнул? Запрыгнул. Все, поехали, едем, ребята, едем. Вот там спереди челик, давайте что-нибудь заставим Давай его делать. Давай прямо к нему подойдем. Да, прямо к нему. А так он может нашу тачку угнать. Так, дайте этот бензин, достану из нее. Так, чтобы, если что, она это... Так, у меня чанки не прогружаются, ребят, говорите, куда поворачивать. Спасибо. Я ничего не вижу. Спасибо. Вон, вижу какого-то челика. Бежит. Вон бежит. Парень, привет. А вы не слышно, что я говорю, не? Нет. Нет. Ой, сейчас мы его задаем, кажется. Ой,
Где он? Бежит. Смотри, он потом хочет. Он стоит. Сейчас говори. Здорово, братан, привет. Братан, стой, привет. Можно? Только погоди. Только для этого ты должен выполнить одно задание. Давай. Начинай приседать. Раз, два. Убей зомби, Клэш. Вот, и ты тоже приседай. Приседайте по очереди. Смотрите на друг друга и по очереди приседайте. Не одновременно, по очереди, давайте. Раз, два. Так, ты заработал банку это, бобов. На, возьми. А ты Mountain Dew можешь взять. На, бери Mountain Dew. Так, о, ребята, у меня появилась офигенная идея в голове. У вас есть топоры у обоих? Есть топоры, да? А, короче, давайте так, вы сейчас идете на 10 шагов друг от друга и устроите битву. И кто из вас выиграет, я там что-нибудь дам крутое, прям вообще реально крутое что-нибудь дам. Так, давайте, насчет, только не стрелять, только с топоров. Вы можете убить, кто-то из вас выживет. Нельзя стрелять, если будете стрелять, мы убьем того, кто начнет стрелять. Вы должны именно на топорах убить друг друга. Кто выживет, тот получит что-нибудь крутое, что-нибудь дам ему. Давайте насчет 3, раз, два, три, погнали, давайте, драка! Драка бомжей, проверяйте. Он ему что-то дал. Ох, нифига себе! Ладно, гранаты мы не говорили, что нельзя. Это, блин, он придумал гранату кинуть, вы видели? Ну, ты выжил. Ну, отдадим память этому челику. Как его там звали, не помню. Фолловер, привет, фолловер. Ты знаешь меня? Ты говорить можешь? Могу, но у меня почему-то звука не слышно, или меня слышно? Тебя слышно, братан, тебя слышно, красавчик. Ты выиграл в этой дуэли бомжей. Ну, кепок, да. Надо тебе что-то дать крутое. Так, Клэшрей, дай ему свой арбалет. Слушай, так ты на стоите, что ли? Что? Не, я фейк, братан, я фейк. Хе-хе, ты настоящий. Да ладно, настоящий, конечно, ты чё? Обалдеть. Вот это удача. Бери шмот, мы тебе тут дали то, что нашли. Вот там арбалеты, стрелы. Ему дай, Клэшрек, стрелы. А, стрелы уже закончили. А, братан, стрелы закончили. Знаешь, не, я придумал крутую тему. Видишь эту машину? Я, вот возьми топливный бак, возьми топливо. Подожди, ты заикался, что? Смотри, бери топливо, и я дарю тебе эту тачку. Ты выиграл эту машину только что. Спасибо, ребята, вы лучшие. И главный приз на барабане — автомобиль. Забирай. Теперь это твоя тачка, чувак, поздравляю. Ты, короче, когда залезешь в нее, нажми R и бензин залей в машину, чтобы можно было ехать. Все, братан, удачи тебе на дороге. Твоя новая тачка, она теперь твоя. Ух ты, ё-моё, зомби мешается. Все, вот. Видите, в нашем шоу можно выиграть даже машину. Блин, пацаны, мы в какой-то заднице и без машины. Ладно, ребят, из этой задницы мы уже выберемся сами. Было сегодня прикольно, необычная серия. Пишите в комментариях, что вообще заставляет делать людей. Если мы их так находим, мы искали сквад, пытались найти нормальных людей, чтобы с ними за ПВПшиться. К сожалению, не получилось. Зато мы нашли чуваков. Заставили их драться. Сначала чувака заставили отжиматься, дали им попить и били его. Ладно, это было немного нечестно. А потом двух чуваков заставили сражаться на топорах. Боже, это было просто офигенно. Я чувствую себя просто каким-то богом этого Майнкрафт мира, когда нас такой отряд. Нас реально боятся и делают, что мы скажем. Это круто. Не, это реально просто офигенно. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Вот. Ну а это все. Всем удачи, дорогие друзья. И всем пока-пока. С вами был я, Демастер. Мы играли на Hunter Craft. С мной был еще Clash Rake. Всем пока. Питошка. Всем пока. И Клоун. Всем пока. Всем пока, ребятки.